Всем привет! С вами Inform TV. Мы вам покажем, как сейчас выглядит младший сын Майкла Джексона. Но для начала давайте вспомним, как он появился на свет. Это произошло 21 февраля 2002 года. Он рожден от неизвестной суррогатной матери. Имя Бланкета многие помнят по скандальному фото и истории, когда Майкл, показывая ребенка фанатам на улице, немного пошатнулся и едва его не уронил. Тем временем Бланкету уже 15 лет, а еще он решил отказаться от своего имени. Настоящее имя младшего сына короля поп-музыки – принц Майкл Джексон II. Прозвище Бланкет, что в переводе означает «одеяло», дал ему отец. После смерти Майкла Джексона в 2009 году все трое детей певца находятся под опекой своей бабушки Кэтрин Джексон. Бланкета чаще всего называли именно по прозвищу, данному отцом. Когда Джексон однажды отметил в интервью, одеяло для него означает благословение, любовь и заботу. Но недавно 15-летний Бланкет решил отказаться от своего имени, так как из-за него он часто становится объектом насмешек со стороны сверстников. Теперь он требует, чтобы его называли Бигги. Его дедушка Джо, который умер в июне прошлого года, сказал, что Бланкет больше всего похож на своего знаменитого отца по сравнению со старшим братом и сестрой. А как считаете вы, кто из детей Майкла Джексона больше на него похож? Пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал. Удачи!